Хочу купить семинар целительства. Подскажите, какую часть? Трехдневный обучающий семинар целительства. Я обещаю, что каждый человек, который пройдет мой трехдневный семинар целительства, который можно приобрести на моем сайте, вот сегодня, завтра, послезавтра вы проходите мой семинар, через три дня принимаете людей и становитесь лучшим целителем, который есть в вашем регионе. И к вам стоит очередь из тысячи человек. Один раз просто покажете, там я даю уникальные методы, вот я рассказываю, человеку очень болит спина, не может там поднять ногу или еще что-то там происходит. К вам приходит, вы прикладываете руки, человек встает, уходит, на следующий день приводит за собой еще 100 человек. Я помню, когда я занимался целительством в Виннице и начал этим заниматься, то выглядело это так. Женщина перекрученная такая вся была, Вера. Она была почтальон. Она принесла мне почту. На велосипеде приехала. Я говорю, здравствуйте, у вас что, спина болит? Она, ой, так же ж болит мене спина, что я ж не можу не зігнутися, не вигнутися, ничего не можу. Геть, 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 так погано. Я говорю, а идемте, я вам помогу, что-то сделаю. И вот я ей там, помните, на морских курсах делаю, там, дергнул за левую руку, дергнул за правую, за голову, подул, и человек встает и говорит, надо же, ничего не болит. Ну вот где-то то же самое с ней сделал. Она говорит, как это возможно? Она идет, я говорю, ну как, болит? Ну успокаивается. На следующий день она мне звонит и говорит, Андрей Андреевич, я еще раз до вас хочу, але можно я с собой свою подругу приведу? Будь ласочка, будь ласочка, будь ласочка. Я говорю ей, конечно, Вера, приводите. Так вот, она привела там человек 7. Те люди потом привели еще больше людей. И вот через один месяц выглядело это следующим образом. Была еще основная работа. Через месяц это выглядело следующим образом. Я из-за того, что людей было много, они приезжали в 10 утра, уезжали от моего дома в 10 вечера. Я целый день принимал этих людей. Я решил сделать так, чтобы было меньше людей. И придумал такую тему. Я начал говорить, что прием теперь не будет стоить 200 гривен, тогда это 10 долларов было, будет стоить не 200 гривен, а теперь будет стоить 50 долларов. То есть я не помню уже сумму, это было очень дорого для людей. Я думал, за счет этого останется меньше людей. Нет. Поменялись только... Велосипеды поменялись на машины, Жигули поменялись на джипы, а количество людей осталось тем же. То есть я фактически изменил только аудиторию. То есть когда я думал, что дешевле это значит больше, то я столкнулся с тем, что дешевле это значит не та аудитория. Сделав дороже, аудитория осталась, только она стала богаче. Ну вот где-то так это произошло. Так вот. Когда вы пройдете этот трехдневный семинар, вы сможете делать то же самое. Каждый человек, который хочет найти себя или реализоваться, он, пройдя мой семинар, там я даю вот самые яркие такие вещи, которые визуально или сбоку любой другой человек может расценивать как какие-то фокусы. На самом деле это имеет и глубокую философию, и глубокое понимание, и колоссальные знания, которые мной компилированы в данном вот таком семинаре. Я даю около 2000 методик, еще и в самом конце провожу мастер-класс, объясняя, как подходить, что делать, каким образом это работает. Даю там все методы, объясняю, как работает, там, почему неплохо целителю, там, и объясняю саму идею, что оказывается никто там ничего не забирает, никто ничего не отдает, а эффект происходит мега. Вот так приблизительно.